нечего ждать, оно веселее. Да. Главная газета новая. Команду прошу поднять время на настроение. Большинство, да? Соединяйте регламент нашей работы, пока что не боится. Они вам розданы, имеются у вас на руках, поэтому у кого какие предложения по регламенту работы. Есть предложение, Макута, прежде чем начать наш чрезвычайный съезд, но не чрезвычайный, здесь написано, приветствую участников съезда, читал и думал, что такое чрезвычайный съезд. Зачем надо крутить глаза, высказать слова? Они даже так. Приветствую участников чрезвычайного съезда. Спасибо, прошу сюда. Я был в Кузбассе, я был сейчас в Кемерово, я знаю о том, как там вот выступали и говорили, что часто вы даете на закрытие шахты средства, которые в 3-4 раза превышают те суммы, которые могли бы быть использованы для того, чтобы поднять эту шахту. Такая глупая политика не должна проводиться. Правительство работает в тяжелых условиях, и дай им Бог ему здоровья. Если завтра будет отправлен в отставку кабинет Примакова, я что-то не вижу фигур, способных его заместить. Вы видите? Профсоюзы были, есть и будут решать вопросы социальной защиты. Наша задача эти защищенности расширить. Задача правительства эти защищенности так или иначе сократить.